Саш, ну такой бодрый матч сегодня получился. Очень важно, что вы еще отыгрались с 0-2. Ну, характер даже в предсезонке важно показывать. Ну да, это всегда приятно. Главное, чтобы болельщикам понравилось. Предсезонка всегда тяжело, под нагрузками где-то работаем. То есть надо переламывать себя, готовиться. Все самое важное впереди. Мне понравилось, как сказал Дима Ешанкин, о твоей подготовке даже летом. Он говорит, они понимают, откуда он берет столько энергии. То есть просто как вулкан. То есть насколько важно даже во время подготовки. Опять ты с ним занимался, да? Да, да, да. Вот он дает, я видел, как год назад, как он закладывает базу. Ну есть... да, он мне очень нравится. Как бы... Жалко, что раньше не получилось с ним заниматься, но ничего. Самое главное, что сейчас. Спасибо ему огромное. Грамотный парень, грамотный специалист. Тоже не стоит на месте, учится, постоянно что-то новое вносит, и довольно интересно с ним работать. Трогательный очень матч вчера получился. Мы даже вспоминали, когда такие были в истории нашего спорта. Ну, у Семина было, да, вот, ну, Радулов. Да. Прям невероятно было вчера событие, как ты считаешь? Да, я считаю, было здорово. Вы сами видели, что аншлаг был, много людей пришло. То есть с разных городов приехали, на самом деле была такая... Тяжелая ситуация с билетами, потому что я знаю, что многие не смогли попасть, но, слава богу, показывали по телевизору. Денису огромное спасибо за великолепную карьеру, за то, что он всех вчера собрал. Это реально здорово. Даже там в какой-то момент мурашки, можно сказать, такого, похоже, да. Такие шли, потому что, ну, все знают, что он сделал, какие. И я вчера это говорил, там, где, ну, как бы, дай бог ему удачи во всем, здоровья и... чтобы у него все получилось во всех новых начинаниях. И несколько вопросов таких. Во-первых, Антон Худобин, болели за вас в финале Кубка Стэнли. Сейчас он что-то немножко подвис, но я встретил Юрия Николаева, он говорит, найдет скоро работу. Как ты думаешь, он... Слушай, он хороший вратарь. Очень хороший. Я думаю, он это доказал. И я знаю, я общался с ним. И вчера даже у Сани Семина узнавал, что он в хорошей форме, он работает, тренируется в Красноярске с командой там, по высшей лиге. То есть он... Он знает, что ему нужно для того, чтобы подготовиться. И, конечно, желаем поскорее найти клуб. И я не сомневаюсь, что он еще всем покажет и докажет. Потому что я знаю, как он может играть. Главное, чтобы он был здоров. И я думаю, что время придет, мы его увидим. Ты очень хорошо разбираешься в футболе. Сходил недавно на матч «Рубина». Насколько тебя цепляет само зрелище российской премьер-лиги? Я вообще люблю сам футбол. Просто вид спорта мне нравится. Была бы возможность, я бы сам заценил бы, играл бы. Просто сейчас, когда становишься старше, нужно чуть бережнее относиться к своему телу. Футбол очень травмоопасный, мне как бы смотреть его не очень всегда нравится, когда есть свободное время. Тем более сейчас, после чемпионата мира, когда у нас, в принципе, везде есть хорошие стадионы, есть возможность ходить, смотреть, я всегда за. Гегемонию «Зенита» реально ли прервать? 5 лет подряд это... Если он сейчас увидит, что «Спартак» творит. Хорошо играет, да, там много пропускает, но прилично выглядит. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся, но все у них в их руках. То есть выходите, обыгрывайте «Зенит» и становитесь чемпионами, что здесь говорить. Ты знаешь, опять же, североамериканский спорт. Вот все говорят, Лео Месси уехал туда, он уже едет с ярмарки. Но слушай, он делает дубли в каждом матче. Может, там сильная лига в Америке или ну все-таки? Ну как он может ехать? Ты видел, его уже там заменили и пол стадиона просто ушло. Или наоборот, он вышел и пол стадиона прискочил, какая-то ситуация. Ну, Лео Месси – это Лео Месси. Для меня это самый любимый футболист. Там, ну, народ с Марадоной, может так мне рассказать. Я не могу их разделить обоих. Реально ли быть лучше в мире, выступая в Америке? Слушай, ну, это, я думаю, он все выиграл. Почему нет? Поехал там поднимать футбол. Я думаю, вот, все люди ходят. Представляешь, сколько детишек смотрят на него, сколько, бум, сколько людей, да, маленьких там это заведет там, на какие-то подвиги, на желание стать таким же, там, не знаю, знаменитым футболистом. Это же здорово увидеть его там. Я считаю, что это здорово для футбола. Помнишь, в Америке был чемпионат мира по футболу 94-го года? Помнишь, когда Карлос приезжал или того к нам приезжали? Тоже круто было. Бум был, да, бум получается. Да, понимаешь, это тоже круто. Но, я не знаю, но это, конечно, там не Месси, но они тоже великие, крутые футболисты. То есть, ну, я считаю, что это здорово. Последний вопрос такой, как ты провел лето, где ты успел отдохнуть, где ты... Что успел посмотреть? Может, на футбол сходил сам живую? Ты же в Италии любишь? Ну, я был в Италии, да, но на футбол там уже не было футбола.
сам пару раз поиграл. Так, ты же играл в Москве, же был матч. Ну да, там, вот, да, мы играли там с ребятами, собирали, очень понравилось, играли на настоящем поле, не на искусственном, то есть ноги даже не болели просто. Ты же любишь воротку ставить, помнишь, что в хоккее ворот? Могу и воротах поставить. А в футболе воротку любишь? Могу, да, могу, футболе не так. Ты как Акинфеев, да? Нет, далеко до него. Давай, тебе удачи. Хороший вечер тебе. Спасибо. Дим, у вас тут висит девиз в раздевалке. В каждом матче нужно играть так, как будто это финал, сказал Лео Месси. Это вроде бы предсезонная игра, но насколько это было важно для тебя и для тройки, которая складывается заново? Я думаю, любая игра важна, это подготовка к сезону. Поэтому к любой игре надо готовиться на 100%. Опиши этот момент, когда ты забил прекрасный пас. Вспомнились динамовские связи? Я даже не сомневался. Поэтому там лишь надо было доехать, дойти и уже потом завершить. Шипачев по-прежнему ворчит, когда что-то получается, что-то не получается в тройке? Ну, а как без этого? Дмитрий, как на Делюхе Сафонова, может, пошутили, подковались, там же такой блит? Ну, конечно, посмеялись немного, но бывает, у кого не случается. Сегодня часто выходили на вбрасывание в большинстве, и почему вот вы, а не Шипачев? Ну, я также играл в «Динамо» и в «СКА», поэтому я не вижу тут ничего такого странного. Вы, по-моему, первый матч на «Басе» стали выходить, как-то перед игрой обсуждался? Я и в предыдущих выходил. Дима, после игры кого-то не ожидал, что буллиты будут, да? Ты как-то так тебя крупным планом выхватили, ты кого-то не очень был доволен, что еще буллиты надо бросать. Ну, уже устали. Надо отдыхать завтра, следующая игра, поэтому... Я думаю, на тренировке можно потренировать буллит. Перед домашним матчем пока предсезонный, это «Нефть-арене». Вчера ты был на арене, да? Как оценишь атмосферу на стадионе? Про вчерашний день можешь что-то сказать? Да, ну, вчерашний день сложно словами описать, конечно. Это очень трогательный вечер. И столько звезд и столько персонажей увидеть на одной площадке, конечно, это очень круто. И была радость смотреть на это и увидеться с ребятами. И, конечно, я думаю, для Зари это классный вечер, и все им гордятся, и он легенда, конечно. Спасибо. 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 Ощущение праздника. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нашу легенду, нашу Зарю. И всем тем, которые болеют за Акбарс, болеют за российский хоккей. Это замечательный праздник. Спасибо организаторам, самому клубу Акбарс, президенту нашего хоккейного клуба Наилю Маганову. Это и всем ребятам, которые приехали. И Александр Овечкин, и Павел Дацюк. И, ну, вы всех видели на площадке, я просто не хочу всех перечислять, хочу всем слова благодарности сказать. Замечательный праздник. И очень здорово, что хоккей в Казани, в Татарстане, в России любят. Посмотрите, какое количество детей пришло. Это будущее Зарипова, будущее Морозова, будущее Овечкина, Цюки. Для этого мы играем в хоккей, для этого мы поддерживаем хоккей. И будем делать все для того, чтобы люди вели здоровый образ жизни, а наши пацаны, мальчишки росли, равняясь на таких звезд. Сколько теплых слов было сказано. Казалось, сейчас Денис возьмет микрофон после игры и скажет, что все это было большой шуткой. И я подписываю новый контракт с Акбарсом. Я уверен, что Акбарс бы подписал. Но у любой песни есть начало, есть припев. Я думаю, что главный его куплет еще впереди. Он должен воспитать новое поколение наших мальчишек, ребят, которые будут играть и в Акбарсе, и в других клубах нашего российского хоккея, играть в сборной России, защищать честь нашей страны. Хоккейные люди говорят, что Денис вряд ли станет тренером, ближе, наверное, к бизнесу какому-то. А вы его видите, может быть, политиком? Конечно. Нет. Во-первых, я вижу Дениса и генеральным менеджером любого клуба, и, может быть, главным тренером и президентом. Это все только начинается. Это наш Зидан, который все завоевал в футболе, а потом взял Лигу чемпионов четыре раза подряд. Поэтому мы верим в Зарю и верим в том, что его лучшие песни впереди. Угу.
книга почет – это максимум, на что может Денис рассчитывать? Или все-таки будет какая-то более высокая награда от высокая республики? Самая высокая награда – почетный гражданин Казани. А книга почета – это вот как хоккейная слава в НХЛ. Зал славы. Зал славы. Вот так в книге есть книга в Казани, книга почета. Поэтому, ну, как только подрастет за ним поколение, и он в новом качестве, мы уверены. С удовольствием вручим ему новую награду, пусть дает нам повод. Когда новый Денис Зарипов появится? А вот они уже, вот они здесь, новые Денисы Зариповы выходят в раздевалке, они уже растут, и у него, слава богу, пацан, и уже играет в хоккей, и маленький подрастает. Поэтому это надо сказать, слава благодарности и руководству нашей республики, и хоккейному клубу, президенту хоккейного клуба Акбарс. Очень большое внимание уделяется именно детскому юношескому хоккею, причем с золотой шайбы. Вот, в каждом дворе, в каждой школе. Поэтому, безусловно, будет новый. Я в это абсолютно уверен и верю. Расскажите, как вы пережили финал прошлогодней серии? Ну как, седые волосы. Но это спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы максималисты, и, конечно, нам нужно... Для нас только один металл, это золото, все остальное сплав. Мы будем бороться в этом году за золото. Ну, Зинуар Хайдарович показал, да, что кроме него тут никто не справится. Зинуар Хайдарович наша гордость, наш великий тренер. Поэтому он с нами, спасибо ему. И как Акбарс вперед. Ну, то есть Казань в следующем сезоне намерена вернуть кубок домой. Мы всегда боремся только за золото. По футболу, если не против, можно на вопрос. Да. Рубин вернулся, но пока старт не очень хороший выдается. Две ничьи в чемпионате, два поражения. Во-первых, начались ничейки с Лока, вернувшись с первой лиги. В основном у нас игроки первой лиги, поэтому посмотрите на скамейку запасных. То есть сыграли с Спартаком, начали очень неплохо, сравняли счет. Но по матчу случилось то, что случилось. Поэтому начало сезона. Будем верить в команду, и нашего терпения хватит. Будем верить в то, что Рубин вернет былую славу. Это наша гордость. Мы все болельщики и Акбарса, и Рубина, и Уникса, и Зенит Казань, волейбол. У нас и Синтез Ватерпольный, и другие команды. Поэтому мы спортивный город, спортивная столица. Но команда очень быстро, вернулась из первой лиги в премьер-лигу, показав, что это было случайностью, скорее всего. Падение вниз. Безусловно, мы наше место в премьер-лиге. Последний, пожалуйста. Дворец школы Алины Загитовой. Владимир Леонов рассказывал, что планируется открытие скоро. Не-не-не. Мы, это президент на форуме в Санкт-Петербурге встречался с нашей гордостью. Алина Загитова, олимпийская чемпионка. Она имеет желание продолжить карьеру, в том числе в столице, в Татарстане, в Казани. И правительство нашей республики Рустам Ильич Миниханов поддержал эту идею. Нам дано поручение, мы сейчас прорабатываем. Смотрим хорошее место для размещения этого дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовой. То, что спортсмены возвращаются домой и здесь продолжают развитие спорта. Это наша мечта, и мы работаем на то, чтобы все люди, которые показали выдающиеся результаты и прославили Казань, Татарстан, Россию, возвращались в Казань, возвращались в Татарстан.